День защиты детей – это старт каникулам, летним платьям, шортам и золотому загару. Отпраздновать этот день нужно обязательно на фестивале мороженого. Тогда лето пройдет сладко, вкусно и ярко. Тем более дети говорят, что холодное лакомство еще и полезное. А устами младенца, как известно, глаголит истина. Сегодня даже по телевидению программа была, показывали, что оно вкусное и полезное. У меня не так много жиров. Сколько можете за раз съесть? Много. Штуки 3-4. Я могу больше. 24 штуки. Чтобы получить стаканчик сладкого снега, нужно было всего лишь сочинить пару строк о любимом лете, покружиться в хороводе или отреставрировать центральную площадь с помощью старых добрых мелков. К слову, от угощения не отказывались и взрослые, хотя и говорили, что за 28 копеек десерт детства был гораздо вкусней. Оно было, может быть, проще, но было для нас вкуснее, слаще.